Ну что там, Лех? Понял. Начинаем утреннюю побудку. Бойцы! Грозные альбатросы Челышмана и окрестностей! Еще поднимает голову проклятая гидра гидродинамики! Еще крадутся по темным холодным ущельям ее ламинарные турбулентные потоки и течения. Еще прячутся в стрёмных стремнинах ее острые черные клыки. Еще появляются на наших многострадальных судах ее подлые змеиные укусы. Други мои! Что такое 15 лет для человека? По сути, почти четверть сознательной жизни. За это время в мире людей успевает произойти масса перемен. Не факт, что по истечении этого срока ты найдешь скамейку в скверике, на которой впервые, задыхаясь от счастья, положил руку на бедро любимой девушки. Да и самого скверика может уже не быть. Разве что бедро может оказаться до сих пор рядом, если сложилось. А здесь за это время ничего не изменилось. Так и кажется, что сейчас за поворотом появится лагерь, где возле костра сижу я и мои друзья. Я обязательно причалю к берегу, и мы до глубокой ночи будем злостно нарушать спортивный режим и безобразить здоровье. Прощаясь, я скажу Полине и Шурику, чтобы они уже наконец поженились. И старших семьи будет на 2 года больше. Вадику расскажу, что все у него получится. И станет он боевым офицером спецназа, вся грудь медалями расфигачена. Он рассмеется и не поверит. Но он им станет. Романычу я просто в очередной раз скажу спасибо как бессменному руководу, который, если и наступал на горло нашим неуемным желаниям, то делал это очень нежно и мягко. Славяна попрошу отказаться от прохождения Карагемского прорыва в 99-м году, и он останется жив. О себе. Ну, о себе скажу, Леха, иногда возвращайся на эту реку. Интересные штуки иногда выкидывает память. Какие-то масштабные моменты из своей жизни мы не помним. А совершенно смешные мелочи цепко сидят в мозгу. Порог под названием Марья Ивановна. Запомнилось не само прохождение, а то, что и как я ел на обед после этого порога, оказавшись на берегу. А ел я не какой-нибудь там деликатес диковинный, а остывший сублимированный мясной супчик с макаронами в виде шестеренок из пакетика. Были такие. Шел гадкий холодный дождь, и вода капала с каски прямо в тарелку. Нижняя губа у меня замерзла и постоянно пыталась самостоятельно заползти в рот погреться, поэтому суп не всегда попадал по назначению. Обидно было видеть, как драгоценные калории обреченно падали на камни и смешивались с дождем. Если время действительно имеет 4 измерения, то порталом путешествия по прошлому в лето 96-го для меня будет эта миска с супом. Чудно. Thank you.
Когда-нибудь и эти картинки станут черно-белыми. Время сотрет лишнее. Ведь это всего лишь воспоминания. Но для чего-то они нужны. Как говорил кто-то из великих, жизнь однажды закончится, но хорошо прожитая жизнь еще надолго останется в памяти окружавших тебя. Други мои, сподвижники, соратники, карбонариевы мои беззаветные! Рано нам перековывать весло на орала! Рано! Пока есть еще похрен в пороховницах и ягоды в ягодицах! Пока бьется в могучей груди неуемное желание жить, не позволим, не допустим, чтоб все это да без нас, чтоб мы да в стороне. И пусть злобно шипят нам в спину обыватели из своих мягких теплых постелек. Пусть скрежещут, пусть все это брызги, брызги высохнут, вода вечно. Подъем! Река ждет.